я не дождалась, пока не освободится стол. Я со своими с этими отчетами. Привезли мне цветочки с доставкой на дом. Я как бы очень этому рада. И я даже не представляю, если бы эти цветочки еще бы пережили бы, да, пересылку. То есть, сейчас я вам покажу. Вот этот вот должен был еще там 3-4 дня, да, в пересылке быть. Ну, как бы мне обещали, что корни здесь нормальные. Ну, так вот корни вот такие. Не знаю, насколько это нормальные корни. Ну, я очень рада, что мне хоть так он достался. Сейчас я его поставлю на реанимацию. Был он посажен вот в такой вот стаканчик обрезанный. Да? Землю я высыпала вот сюда вот. Там видно, нет? Там вот, вот земелька. Туда я высыпала землю, в общем. Потому что я буду сажать уже в свою землю. Сейчас я его поставлю. Поставлю, потому что он прям совсем бедненький. Сколько я за него отдала-то? Дай бог памяти. Сейчас я не вспомню, сколько я за него отдала-то. 400, что ли, 300? Блин, не помню я уже сейчас. Вторая была камнеломочка. Хороший такой кустик. В принципе, хороший кустик. Я бы не обиделась, если бы мне бы прислали бы просто вот так вот, без всего. Его не надо было вот переваливать в другой стаканчик бы. Я бы этого не обиделась, потому что здесь мне надо будет все вот это вот, я все буду убирать. Вот. Тоже буду убирать. Это все стряхивать. И ну, уберу я это сейчас все. Вот. Ну, в принципе, камнеломочка неплохая. Не особо такая плохая. Получше, чем вот этот вот. Так. Еще. Так, здесь вот запечатано, потому что мы изначально обговаривали пересылку. Да? Вот. Поэтому здесь как бы... Там колотейка. Обговаривали мы пересылочку, обговаривали. Но мне позвонили, сказали, в принципе, то, что недалеко, и готовы мне привезти. Я согласилась. Ой, она какая-то прям мокренькая, колотеечка. Сейчас я достану ее. Вот так вот я достаю. Так. Она прям вся мокрая-мокрая. Не, на пересылку это было бы плохо бы, конечно. Мокрая, прям газета прям мокрая. Так. Прям мокрые. Все газеты прям мокрые. Они все прям мокрые. Поэтому это хорошо, что ее это... Ой, смотрите. Уж если это так дошло, как так, то что же было бы тогда с пересылкой? Ой. С пересылкой было бы... Это вот мне в подарок сказали. Вот такую вот. Это мне в подарок. Вот эту вот пилейку. Это пилейка. Вот. Я их помою. Я ее тоже. Можно я ее вытащу прям так вот. Прям. При вас я ее вытащу сейчас. Так вот, я ее вот сюда вот сейчас поставлю. Сюда вот. Пилея. Ну, вообще, неплохая земелька. Я бы не сказала, что совсем плохая. Нет, неплохая. Даже с дренажом. Поэтому я ее как бы вот так отставлю, чтобы мне потом, может быть, даже пересажу, сюда же посажу. Просто добавлю свое что-то, да? Сейчас я посмотрю. Сейчас это мне просто... Это у меня сейчас просто мне очень интересно. У меня просто интерес. Очень мне хочется узнать. Сейчас я выключу и вам покажу. Так, показываю. Ой, извиняюсь, падает. Так, вот колотея. Макаяна. Вот эта цена здесь. Ой. Такой вот кустик. Ой, сейчас я. Секунду. Одной рукой неудобно. Вот. Потому что у меня здесь
и отчеты. У меня здесь все лежит. Ну, вот такая вот как бы она. Так, давайте я ее буду складывать. Кстати, я буду вот сюда, вот если более-менее нормально, да? Так, ну вот так вот она, вот такая вот. Как бы. Наверное, неплохая, я так думаю, в своем роде, да? Как бы. Так. Это вот я поставлю вот сюда вот. А, нет, да. Я надеюсь. Так, это еще тоже сюда беру. Вы там меня не загружились, я надеюсь. Я немножко здесь, там здесь отчеты и все. И цветы распаковываю. Не отходя от кассы. Так. Вот такая вот колотейка. Ой-ой-ой. Что я здесь наделала? Ну, я так... Ну, вот так вот. Я не буду ее до конца вытаскивать. Ладно. Это я, конечно, беру. Сразу хоп-хоп. Я ее, наверное, поставлю в тепличку. Красивую. Красивую. Так, я ее сейчас... Корешки, в принципе, неплохие. Корешки неплохие. Этот грунт здесь легкий, хороший такой. Я думаю, что, наверное, все-таки хороший грунт. Ой, все упало у меня тут. Блин. Сейчас разберемся. Так. Ну, земельку так, как у нас есть, куда... Ой, все, на... все. Ой, блин. Земельку я отправлю на огород. У нас сейчас есть куда... Блин. Потом я высыпу, можно. Здесь сейчас наделаю делов. И у нас еще кулечек еще один остался. Так, здесь у нас. Так. Секунду. Так. Ну вот так вот у меня здесь. Так, показываем. Вот такая. Вот я еще ее не распаковала. Сейчас я ее... Вот, все высыпалось опять. Ну, также она стоит... Вот. Вот она, цена. Как бы 1500. Вот. Ну, посмотрим, что и как она дальше будет себя вести. Так. Так, ну и вот последняя. Страманта. Маранта, не страманта, маранта. Ее, конечно, подвязали. Здесь вот сломанный. И даже вот я так... Даже как-то его здесь... Маранта. Маранта, маранта. Я его, наверное, сейчас здесь вот я его все-таки развяжу. Я его не буду мучить. Это вот я ее пущу. Выброшу. Вот так вот, в общем. Такая вот. Маранта обошлась мне, по-моему, 250 рублей. Как бы, конечно, кто видел обзоры, когда я снимаю в этих центрах, да? Какие-то амаранты шикарные за копейки. И, конечно, ну, не сравнится. Да? Вот. Так. Не сравнится, конечно. Ну, ладно. Я просто думаю, что ну как же это, вот если бы вот это вот еще бы неделю, посмотрите, еще вот это все, вот еще неделю было бы в этом. Как бы...
присылки. Сейчас включу свет. Так, включила я свет. Вот это все еще в неделю было в пересылке. Представляете? Ну, пускай даже 3 дня. Конечно, может быть, вот Маранта, это вот, вот эти вот большие еще, может, не так бы пострадали, как вот малышки. Ой, псевдорантовым, конечно, совсем. Блин, ну ладно. Прям вот такое ощущение, что его, ну, я не знаю, ну, сама виновата, ладно. Буду знать теперь. Сейчас я себе сделаю пометочку об этом продавце. Вот, эти как бы хорошенькие, хорошенькие. Ну, здесь у меня, конечно, цветы стоят. Их надо в другое место поставить. Вот это все сейчас я буду опрыскивать. Потому что что-то я уже... Здесь вот видно? Видно, что здесь все это сладкое все? Вот видно. Здесь вроде ничего. Так, пошла я на обработку. Их потащила. Что-то я уже жим-жим у меня. Все, давайте, всем пока-пока. Счастья, здоровья, не болейте. Присоединяйтесь к нам. Нажимайте на колокольчик и оставайтесь с нами.